Бұл кезінде үзетін төрешілер алқасы 1-ші төреші Манат, 2-ші төреші Ғазизов, 3-ші төреші Батыров, 4-ші төреші Құдайбергенов, 5-ші төреші Абайхан. Рингтегі рефери ұсы. Бойлар шамалас, екі боксшының да кездеспеген бұған дейін бірінші мәрте. Бірінші раунд. Солақай Жахангер Закиров. Қарсыласты үнемі қысып жүріп істейтін боксшы. Бүйірінен сол қолы жойқын Жахангер Закировтың. Сол қолмен ашып-ашып алды да. Оң қолмен ашып-ашып алып, сол қолмен жаңа соққы жасаған көрдіңіздер. Тоқтарбек Таңатқан Елорда кубогының жеңімпазы. Клинч. Нанабектің соққысы діттеген жеріне жетпегеннен кейін ұшақтап алды. Іштен бастан жақсы жұмыс істейді Жахангер Закиров. Данабектің де ішке ұрған соққысы жауапты көп күттірмеді. Ары қарай қайтадан клинч. Жылдамдықпен алмаса күшпен алу қазір Жахангер Закировты қиындау. Құлаштай ұрғаны қазір Жахангер Закировтың жақсы дейді. Бүйірден жұмыс істеп жатыр. Бірінші раундта көбінесе оқ тамаша сол қолмен ұрды да артқа қарай шегініп кетті. Алыптардың айқасы. Клинштен кейін Данабек соққы жасауға тырысқан еді, тимеді қарсыласына. Бүйірден ұрған еді, екі соққы тигізіп алды Данабек. Тағы атыл қашып кету керек осындай кезде. Белден төмен ұрма дейді. Ішке. Жахангер Закировтың қолы ұзын, сондықтан да осыны да есепке алып жүру керек. Санабек Байқонысқа әйтпесе қашып жатқанның өзінде өзбекстандық боксшы тигізіп жатыр. Бірінші раунд аяқталды. Соңғы соққы Жахангер Закиров тарапынан жасалды. Көрейік төрешілер қандай бал қойған, қандай баға қойған. Tiene que tener los brazos arriba. Y camina para este lado. ¿Ok? La mano atrás, cuando la tire, tiene que acompañarla rápido. Міне, 5-0 Жахангер Закировқа бірінші раунд кетті. Интересная, конечно, коммуникация в углу боксера из Китая. Иностранный специалист говорит на своем языке, оттуда переводится это все на китайский, и уже на китайском языке передает все это Данабеку. Я так понимаю, не все успевает усваивать из услышанного боксер из Китая. Но, тем не менее, мы начинаем второй раунд в стойке левши. Боксер из Узбекистана. Жахангер, конечно, будет пытаться продолжить то, что начал во втором раунде. Планомерно используя свои габариты в первую очередь. Хороший такой острый джеб сейчас
исполнении Зукирова. Бьет он комбинациями мало, старается больше так точечно работать. Ну и отлично, в разрез вот этот удар справа от Байкомыза, конечно, очень хороший. Но вот все-таки силы удара, по моим ощущениям, не хватает. Зукиров выглядит визуально покрупнее, помощнее. Ну и в целом даже по ударам, наверное, можно это заметить. Узбекский боксер бьет пожестче. Чуть больше минуты у нас позади. Выжидает. Данабек попытался здесь контратаковать, но после своей атаки сразу же в клинче завязался. Узбекский боксер. Ну и начинает здесь. Немножко удивил. Начал атаку именно с удара в корпус. Попытка уже действовать в клинче. Отлично. Но увлекается ударами в корпус. Открытая у него голова. И пропустил боксер из Китая несколько ударов по голове. Ну, редко мы, конечно, видим вот такого рода поединки в самых тяжелых весах. Без раздумья просто. Размениваются ударами. И это, конечно, немножко и опасно, с одной стороны. С одной стороны, очень интересно за этим следить. Потому что тяжи с таким-то ножом ударов — это редкость. Ну и средняя дистанция, она позволяет, конечно, бить довольно чаще и попадать чаще. Мы видим высокий процент попаданий, что со стороны узбекского боксера, что и со стороны боксера из Китая. Последние секунды второго раунда. Данабек уже пытается уже в ближний бой зайти, упереться головой, но Джахангира это не устраивает. На средней дистанции ему комфортнее. Есть, опустил руки и наказал за это. Три точных удара под занавес раунда. Ну и опять. Во втором раунде тоже концовку забирает Джахангир Закиров. Кстати, в прошлом году в этой весовой категории также узбекский боксер был чемпионом. Лазизбек Муладжонов со счетом 5-0 тогда выиграл у Дамира Тойбая. Да, единогласно. 10-9. Все судьи отдают предпочтение Джахангиру Закирову. Второй раунд. Третий раунд, извиняюсь. Мы начинаем также. Поджимает близко к канатам, но Байхунс не хочет сильно подходить близко к канатам. Понимает он, что если его прижмет соперник к канатам, то начнутся большие проблемы. Использует он умело преимущество в габаритах. Вот опять удар слева подходит, но вот это уже, конечно, грязновато было. Зачем-то после команды стоп толкать, бить головой, показывать свой характер, не совсем понятно. Ты и так выигрываешь бой, и так все идет как, так, как тебе нужно. Ну, тут еще и эмоционально свой показывать, не знаю, не совсем оправданно, по-моему. Ничего против правил в данном эпизоде боксер из Китая не делал. Пытается зайти за переднюю руку Данабек. Но контролирует и эту ситуацию боксер из Узбекистана.
поджимает и идет вперед, но еще раз пропускает и немножко расслабился здесь Джахангир. Понимает он, что преимущество за ним и можно немножко в третьем раунде расслабиться. И вот опять вышел за спину, была команда стоп. И вот тычок, зачем он нужен был? Так, чтобы немножко задеть, унизить оппонента. Работа по корпусу, переводит сразу на голову и не дает контратаковать. Обратите внимание, сам пробил несколько ударов и сразу в клинч. Такие тактические хитрости от Зокирова. В разрез пытался бить. Все из Китая и пропускает несколько ударов в ответ. Хотя без ответа это все не оставил. Но попал только один удар. Закиров до этого 3-4 подряд жестких ударов донес. Немножко размашисто. Ну и расслаблен. Боксер из Узбекистана. Да, еще раз слева. Очень много ударов именно левой рукой. Попадает Зокиров, что не может, конечно, не тревожить боксера из Китая. Но, несмотря на вот эти все удары, идет он постоянно вперед, давит. Все, поединок завершен. Но очень такой эмоционально напряженный у нас получился финал. Самой тяжелой весовой категории. Ну и это последний поединок в целом данного турнира у мужчин. Думаю, в победе узбекского боксера никто и не сомневается. Дождемся мы официального оглашения. Джахангир Закиров, услышав Елорда Кубога, Саур Салмахта, чемпионат Анда.